Черт знает, что это было такое. Не знаю. Не знаю. Да главное, что-то не конца, не начало. Он похоже, вот это похоже метеорит, вон там он взорвался, короче. Я тебе говорю, я на слайде, я, блядь, зажмурилась. Ну, у меня вообще так жутко. Ебать, кол. Эта взрывная волна дошла, видимо. Что случилось? Снимаю. Собаки вещат. А утки, да. А это утки, что ли? Да. Они давно уже улететь должны. Да, кстати. Охренеть. Это просто офигеть. Я такое первый раз вообще в жизни что вижу. Что это такое вообще? Это взрывная волна была. Так она вот идет еще где-то дальше. Она, короче, вот это похоже был метеорит. Вот, и взорвался он вот что, где... В атмосфере здесь, что ли? Нет, это, ну, высоко над нами. Это, наверное, стратосфера. Тут, наверное, ну, километров, может, 20-15 вот так есть. Вот, ну, не знаю, почему так долго взрывная волна шла. Ты не снимаешь. Снимаю, вот. Мимо снимаю. Еще возрала. Я думаю, нет, одна дошла, что их миллиард, что ли. Вот, то есть, вон там он взорвался, короче, и ушел туда, вот осколки ушли туда, а там, короче, это... Все разрез наш притянул? Да при чем здесь разрез? Разрез здесь ни при чем. Но вспышка была яркая. Вспышка была не то слово, яркая, я тебе говорю, да. Я на складе, я думаю, я считать пошла, у меня окна-то в складе. Все, ладно.